КФУ и японский университет Канадзавы продолжают обмен студентами. В Институт международных отношений приехали 25 обучающихся из Японии. В Казанском федеральном университете они пройдут научно-производственную и научно-исследовательскую практику. Также эти студенты стали гостями Елабужского института КФУ. В частности, они посетили спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник». Мы были в летнем лагере, организованном Казанским федеральным университетом. Мы общались со студентами, которые увлекаются Японией, и рассказывали про нашу культуру. В то же время, благодаря студентам КФУ, мы познакомились с культурой России и Татарстана. Так японские студенты готовили одно из русских блюд и приняли участие в празднике Сабантуй. Студентов из КФУ ожидали демонстрации японских боевых искусств и история возникновения японской одежды кимоно. Сегодня ощущение такого очень активного, очень продуктивного дня. Особенно здорово то, что все вместе развлекаются, то есть все вместе взаимодействуют и при этом веселятся и узнают друг друга лучше. Это здорово. Потому что в Японии такое тоже есть, но происходит это не так часто, как хотелось бы. Для гостей из Японии были проведены экскурсии в музеях Елабужского института. Также студенты посетили национальный парк Нижняя Кама. Особенным мероприятием стало посещение кладбища японских военнопленных. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз.